Уважаемые жители города, приближается праздник День Победы. Я хорошо знаю, что такое День Победы. Я прошел войну, закончил танковое училище в Челябинске. Получил в Челябинском, на Челябинском заводе танк ИС-2. И нас погрузили на платформы и отправились на фронт. Я проехал на танке от Москвы до Кенигсберга. В Кенигсберге получил я тяжелое ранение. Инвалид второй раз пожизненно стал. Желаю, уважаемые ветераны, вам хорошего здоровья, счастья. Живите долго. У нас в городе осталось 31 участник войны. Сейчас они половина лежат. Позвольте вас тоже поздравить с праздником Великой Победы.